Друзья мои, всем привет-привет на канале Пиратская жизнь. У нас сегодня очень вкусный, правильный, полезный ужин. И я хочу сказать огромное спасибо, что на нас смотрите и на нас подписываетесь. На Дзене у нас сегодня 29 тысяч подписчиков. Ура, товарищи, ура, ура, ура. Смотрите, какая у нас красота сегодня на ужин. Вот такая вот рыбка под маринадом красненькая, с рисом, салатиком и так далее. В общем, давайте. Нас 29 тысяч, давай, за наших зрителей, за наших подписчиков на Дзене. Огромное-огромное спасибо, дзеновцы, вы лучшие, спасибо. 29 тысяч, ура-ура-ура-ура. Так, ну что, пробуем. Что у нас тут с рыбкой получилось? Надеюсь, все получилось вкусно. Вкусно и приятно. Ну, рыбка, правда, немножко, честно, признаюсь, немножко я переперчила. Но, в принципе, она мягкая. Потому что точно не пересушена, потому что она в маринаде. Тушилась. И осторожно с косточками. Ну, что-то вкусненько. Видите, какая? Красненькая. Мамуль. И сверху вот эта вот зажарочка, лучок с морковочкой. Ну, вон, быстрее, скорее. Слушайте, вкусно. Все-таки рыба под маринадом – это тема. Можно было, в принципе, даже запечь. Точно так же обжаривайте рыбу на дно и сверху вот это, маринад. Запечь. А некоторые еще, кстати, сверху сырочком бахают. Ну, без этого, осторожно с этим, с кочками. Честно, смотрю про дочку Любовь Успенский. Ой. Все-таки, знаете, вот из-за большого количества денег, мне кажется, у некоторых прям вот сносит крышу. Вот. Что у детей, что у родителей. Все-таки, мне кажется, все-таки деньги большие, да, они портят. И особенно детей. Тех, у кого, так сказать, есть большие деньги. Знаю, что, вы знаете, Джеки Чан лишил своих детей там наследства. Еще там какие-то вот актеры, знаете. Причем вот они, как сказали, пускай сами заработают на все. Вот так вот. Потому что в противном случае они как бы, ну вот, растут золотыми ложками во рту. И не ценят то, что заработали их родители трудом. Да. Тут прожигает. Да. Тут я рада, что на самом деле, ну, все, что у меня было на старте, да, я, во-первых, это не промотала, а только это все улучшила. И продолжаю развиваться. Вот так вот. А некоторые, к сожалению, вот так вот себя ведут. Очень хорошо. Как вы считаете? Вообще, большие деньги, они развращают людей? Или наоборот, делают стимул? Мне кажется, конечно, зачастую это зависит все-таки от человека. Потому что есть такое, что вот если ты растешь в благополучной семье, да, то есть у тебя есть образование там туда-сюда, и ты как бы становишься лучшей версией еще даже родителей, то есть еще больше преувеличиваешь. Не факт. Вот, но чаще всего бывает так, что все-таки дети, как, знаете, говорят, природа отдыхает на детях. Вот. Всегда зависит от родителя, который зарабатывает эти деньги. Если он балует? Если он балует, да. То а там... если не балует, то тоже. Если нет, то извини. Согласна. Так иногда помогает, но не балует. Я бы вот не балую. Когда ребенок вырастает нормально. И учится, и прочее, и так далее. Ну да. Но опять же вспомним, вот, которые, знаете, люди из народа. То есть в плане того, что у них ничего не было, но они, грубо говоря, на коленке возросли, да? То есть, ну, из грязи в князи. Есть две градации. У кого ничего нету, они трудятся и растут. А у кого вот все есть, они могут, наоборот, деградировать. Так. Идет обратный процесс. Да. Слушай, вкусная рыба. Как раз только что показывали по поводу пьем.
Да. Нам показывали. Скоро диванные критики будут выглядеть как... Mm-hmm. Точно. Смысл в том, что изобрели какие-то ирландские, по-моему, ученые, изобрели таблетку, которая... Вот ты выпил, и она заменяет... Как будто ты бегал 10 километров. Ты бегал 10 километров на очень большой скорости и при этом голодный. Ну, как вот. Еще и натощак. Ага. Прикиньте. Ты но не это не точно. Ну что, как маринад, нормально? Нормально. А рыба не острая? Ну, немножко островатая, я чуть переборщила с перчиком черным. Ну, в принципе, вкусно. Рис, кстати, компенсирует очень хорошо. Ну, осторожнее кушай. Просто здесь косточки. О, дочка. Короче, Плаксина. Ну, я, кстати, видел уже неоднократно вот всякие про нее, что она у нее прям какая-то это проблемная. Реально прям очень проблемная. И с наркотиками у нее проблемы были, и вообще. Ну, она, я так понимаю, она у нее единственная дочь. Вот. И дико-дико избалованная была. Вот уже история, вот. Уже не первый раз. Ну, тебе вкусно? Вот весь прикол в чем, видите? Вот сами готовим. Минимальное количество масла, все тушеное, полуваренное. Да прям вкусно. Эх, бедные, бедные. Можно сказать, мне бы их проблемы, да? Но опять же, знаете, вот тоже вернусь к тому, что, знаете, вот я бы не хотела вот быть... иметь искушение огромными деньгами. Потому что, честно, не каждый человек может справиться с большими деньгами. Вот знаете, есть такой вот, когда... Косточку попробую. Пардон. Если он пройдет спокойно. Водичку запей. Ой, тут недавно, короче, это случай был. Короче, женщина тоже ела рыбу. Вот, у нее косточка вот-то проникла. И, короче, прикол в том, что ей эта косточка потом делали операцию. Потому что у нее она там чуть ли не в желудок врезалась. Не, ну вроде все прошло. Пардон. Может, кофе? Коляка меньше. Да. Девочки, сори. Хотел что-то прожуй, потом говори. Короче, как-то так. Про что говорю? Про косточку. Не, ну она пролетела. Еще надеюсь, что она у меня там растворится и нормально будет. Слушай, кушай аккуратно. Вроде пролетел. Фу, нормально. Совсем. Какую женщину тогда съела кость, что ей пришлось даже операцию делать, что не желудок болел. Не знаю, какой народ ел. Тоже неизвестно. Что, нужно быть осторожным. Ну, пока что там. Дочку. Что-то хотела вам сказать, интересно, да, сбилась. Ну ладно. Чего у меня страх, блин, что я умру? Зачем я про это вспомнил? Не знаю, зачем. Да. Рыба, конечно, опасный продукт. Вкусный, но опасный. Нужно есть очень аккуратно.
Мне, кстати, знаете, нравится Дорадо. В этом плане очень прикольно. У него такая мелкие косточки, что, в принципе, можно есть спокойно. А вот этот красный, у него такие прям серьезные косточки. Не, ну, может, если она вот такую кость прогрызла, такой здоровый, то да. Может, она торопилась куда? Не знаю. Ну, реально, кстати, вот был случай недавно. Я смотрела. Рассказывает, что женщина, в общем, короче, проглотила кость от рыбы. Вот. И ей пришлось делать операцию на желудке, потому что эта кость прям врезалась в желудок. Вот. И началось там какое-то воспаление и так далее. В общем, короче, что... Тьфу-тьфу-тьфу. Не будем про это думать. Нашим нужно есть аккуратно. Ну, вкусно. Как я. Да. Там вот проблема-то в том, что была рыба. Понимаешь, там не только вот эти вот хребтовые и реберные. Там еще прям в самой рыбе мелкие такие косточки. Но, в принципе, они должны были протушиться. Достаточно мягкие. Мне кажется, я вот такую съела. Девчонки. Мне понравился тогда фильм. Классно. Какой? Наш. Типа, там этот чел пригласил всех влиятельных людей к себе на ужин. Ты знакомая, помню. Он там их угощает рыбкой. Пробуйте эту рыбку, просто пальчики оближешь. За фугу, что ли? Все такие, вкусно, дичь-то какая. А что это за рыба? Что это за рыба? Это рыба фугу. Я не умею готовить. В чем это ее особенность? В том, что если ее неправильно приготовить, то вас ожидает мгновенная смерть. Угу. А там я не помню, там то ли желчный пузырь, не... в чем там прикол? Типа. Все-таки сразу. Ну, вы не волнуйтесь, я уже долго вас ее съел, и как видите, еще живой. Да. Ему типа плохо стало, да? Ну, прикинь, по нему людей, да? Обрадовал так. Это рыба фугу. Не, кстати, на самом деле она считается деликатесом. Это рыба. Да. Но и в то же время опасной. Угу. А в Японии вообще редкий повар, поварам, которые готовят эту рыбу. Там чуть ли не сертификат какие-то выдают. Да-да-да. Он должен каждый год подтверждать это. Он действительно умеет готовить ее. Угу. И таких поваров... Если у тебя за год никого не умерло... Из клиентов, да? Ты обновил статус, да? И поваров таких в Японии можно по пальцам перечесть. Не, ну слушайте, знаете, вот этот случай, где женщина там все-таки пошла делать операцию на желудке и так далее, что кость она съела. Пардон. Миллионы людей едят рыбу. И я уверена, миллионы людей глотают нет-нет косточки. Но вот такие вот случаи, они... Как говорится, редкость, мне кажется. Сколько дети глотают косточки? Да. Ну, не каждый там операцию там живут, прям сразу делают. Просто у нее твоя особенность организма, скажем так. Ну, какую надо было кость съесть, чтобы прям вот она прям впилась в желудок, причем пролетела, получается, пищевод, и при этом впилась в желудок. Как? Я что-то не очень понимаю. Прошла через всю эту. Вот я сейчас чувствую, что я еще пару косточек съела, но они мелкие. Я их тут проживала. Ну что? Мелочь какая-то прошла. В общем, если завтра будет живая, то все слабо, все хорошо. Ну вот, часть косточек. Кстати, очень вкусно получилось, прям обалденно. Даже вот то, что легкая такая перчинка на рыбе, я считаю, что она не мешает. Рис очень хорошо оттеняет это все дело. Особенность приготовления этой рыбы, то, что ее свежую. Нет, там, по-моему, то ли кожу ее удаляют, то ли что. Там не только кожу. Там и внутренности нужно аккуратно удалять. Mm-hmm. Потому что у нее ядовитые. Очень ядовитая фигня. Тоже выделяет токсины. Mm-hmm. Вот. Как правило, если, скажем, я, по-моему, даже это слышал, что в Японии закон есть какой-то
поводу этого. Что если повар, который приготовил рыбу, и если кто-то умер, то он должен ее съесть тоже. В голове постучать. Типа того. Он уже все харакири сделал. Надеюсь, я буду жива. Слушай, у меня желудок прям это, что-то вроде как это, живой, вроде здоровый. Ну и салат вообще обалденный. Судя, у меня сегодня салат с авокадо. Вкусненький досошу. Авокадо в деле. Сам ты авокадо на. Нормальный я. Ты гриб вообще будешь, нет? На кого я тут? Порошила. Укропчиком. Укропчиком, потому что, знаете, вот так вот если поставить, его вообще будет не видно. Он чем-то он отсвечивает. Совершенно. Ну все, как раз вот ведут разговор про дочь Успенской. Ой. Сейчас сбежала из золотой клетки. Басков. Поют романс. Угу. Так, ну ты не будешь, да, мой салат с авокадо, да? Нет, я буду гриб. Твой. Будешь гриб мой? Красавочка. О, какой хамон режет. Икра черная, прям лежит на блюде. Эх. Чтоб я так жил. Чтоб я так жил. Ты гриб-то мне оставь. Прикиньте вообще. Взял такой, не кинулся. Че, половину тут съедаю. Половину? Не ешь. Половинка твоя. Я что-то даже не хочу. На самом деле, гриб это. Я что-то наел с рыбой. С рисом. Вкусно. Сколько много калорий в этом грибе? Не вообще не знаю. Я даже не вдавалась в подробности. Но, кстати, интересно, что за гриб, как он вообще делается? Это губка морская. Маринованный, а не гриб. Губка морская. Это вроде как это, гриб морской. Это его просто так называют. Королевский гриб. Хотя на самом деле обычный губка морская. Все. То же самое, как что-то вроде есть капуста морская, она полезна, и это то же самое полезно. Все, знаете, как говорят, все полезно, что в рот полезно. Да-да-да. Ладно, будем заканчивать. Всех любим, всех целуем. Всем хорошего настроения. А мы увидимся с вами завтра. Обязательно что-нибудь пойдем. Увидимся. Здоровья, счастья. Еще раз спасибо за 29 тысяч подписчиков. Увидимся. Пока-пока. Okay.